Всем добрый день. Егор, привет. Привет. У нас Егор занимается, что... Ой, как темно. Егор, давай вот так немножко. Мы собрали, короче говоря, вот такую корзинку смородины. Ой, малины листья, да, Егор? И Егор сейчас разлаживает их вот... Отойди, Егор, пока я сниму сейчас. Вот на белой ткани. На летней кухне мы их, чтобы они подвяли немножко, а потом будем уже дальше делать. Заготовка чая на зиму, да, Егорка, у нас? Вот так вот. Тут у нас девочки гуляют. Наши цыплята растут. Это индюшата. Ай-яй-яй, клюются. Видите, гусята. Как они? Да, сейчас мы вам покажем гусяток. Котя. Видите, какие они уже большие у нас стали. Марина пришла гусяток посмотреть, да, Мариша? Вот такие. Оксана, отойди. Вот такие вот они у нас большие уже стали. Потом надо у них почистить будет. Отходи, Марина, я закрою. Тихонько, Маша. Так. И сейчас мы пойдем с вами на улицу. Я хочу показать, где я собираю листья смородины. Вот здесь вот у меня растет куст смородины. И я его общипываю, собираю вот листочки для чая и сложу вот сюда в корзинку. А потом мы его подготовим тоже для чая. Вот это пока у нас начинается. На этом кусту мало ягод растет. Но вот, по крайней мере, хоть что-то начало расти на нем. Да это вообще ничего не... Оксана, уйди, тут камни лежат. Это у нас камни лежат. Тут мы когда вот пристроили, что строили, мы фундамент, видите, их залаживали. И вот у нас эти камни остались, да. И вот сейчас мы листья смородины. Смородину, малину можно все лето собирать. И мы так и делаем. Собираем понемножку и заготавливаем чай на зиму. Я, видите, стараюсь сразу... Только чисто листочки, вот эти вот ножки не ложу, они некрасиво. Потом компот-то там мы, Машенька, заготавливали, да, уже? Вчера один банку компота открыли, потому что там сверху ягоды плавали. Мы решили открыть, побоялись, вдруг испортилось. Ну, детям понравился, вкусный. Да. Компот из алычи и вишни, и сливы, то есть мы делали ночи. Вишни у нас не получилось купить. Ягодки вкусные, да, были. Здесь у меня растет черная смородина, потому что вот там вдалеке, вам, наверное, не видно будет, есть ягодки черненькие, начинают поспевать. Вот, потом постараемся показать как-нибудь. Маша, смотри за Мариной, а то на камни она лезет. Я Свете сказала идти помогать нам чай заготавливать, а она... О, у нас Света вышла. Света, вон можешь с той стороны по камушкам обходить. Встать тут аккуратно на камушки. И вот так вот чисто листочки общипывай и собирай. Марина. Поняла? Ай-яй-яй, Марина. Оксана, сейчас ты у меня по жопе получишь. Ой, господи. Смотрите, как Маринка залезла на камни. Пойдем, покажем, что у нас тут растет. Тут у нас Мася бегает. У нас тут целая поляна, вот смотрите, хрена растет. Мне этот хрен уже девать, если честно, некуда. Стой. Стой, Мариночка, стой. А вот там вдалеке у меня распустилась лилия. Видите, какая красивая она у меня. Вот такая вот лилия распустилась. Ай, не трогай. Хрен, это когда засаливать будем огурчики, мы положим. Тут мои собаки бегают, Мася бегает и Ластик бегает. Не надо его, он горький по вкусу же. Хрен-то он ведь не съедит. Ай, Марина, крапива, ты чё? Пойдем, Марина. И вот так вот у нас идет заготовка чая. Света в основном болтается на проводах. Не на проводах, а на веревочных. Веревки, да. Света, так ты вон там на камешек сядь попой. И так тебе удобно будет общипывать листья. Пошли, Марина, туда. Пойдем, мама тебя переоденет. Вот видите, какая куча камней. Мы все хотим ее разобрать, а все времени нету. То огород, то птица, то еще что-то. Ну, вот так вот в целом. Потом покажем вам, как что дальше будем, как мы заготавливать чай. Вот, пока на этом сегодня все. Помахайте пока. Пока. Тут у нас Ластик. Ластик. Ай, ты мой Ластик.
А, тут он Мася. Масечка. Сейчас у нас Мася обгуливается. И Ластик постоянно с ней. Ярика пришлось закрыть пока, чтобы он Масю не обгулял. Потому что это порода йоркширский терьер. А Ярик у нас, он породы той терьера. И поэтому приходится его закрывать. Да, Егорка? Пока скажи. Пока. До следующих видео, да, Егор? Да.